журналисты действительно сегодня были сильнее. Я думаю, что это хорошо, что в преддверии праздника Дня журналиста, профессионального праздника, мы смогли провести такой матч, и журналисты по достоинству перед праздником принесли в копилку своих однодумцев такой прекрасный подарок, как кубок, выигранный у парламентариев. Но если честно, ну, конечно, это очень сложно, потому что у каждого есть округ, у каждого есть работа в комитетах, но самое главное, что все понимают, насколько важно вокруг таких матчей, вокруг таких турниров, кубков собирать сторонников, поддержки наших детей, переселенцев, наши благотворительные акции. Так что в этом вопросе есть полное взаимопонимание, и мы увидели, что как раз такие турниры, такие матчи дают возможность здесь выплескивать эмоции, а как раз в парламенте работать на благо Украины.